Всем привет, это я, Аленчик, добро пожаловать на мой канал, и сегодня очередные шторные лайфхаки. Я знаю, что вы эти видео всегда ждете, поэтому не смею вас задерживать, поехали! Так что приготовьтесь, сегодня я покажу очень много всего интересного по поводу того, как же все-таки поднять штору, если она легла, если она просела или растянулась, и если нельзя трогать ни верх, ни низ, не хочется ничего распарывать, так что мы с моим Бонифацием придумали для вас кучу интересности. И, кстати, вы, мои подписчики, очень много всего подсказали, как что-то исправить, как добавить, как дополнить какие-то элементы, которые я вам показывала. Так что держитесь, и мы начинаем! Это отрывок из предпоследнего видео про лайфхаки, именно про укорачивание шторы. И как видите, я взяла булавку и пришпандорила ее к шторе с лицевой стороны. И там нанизала еще разный бисер. Надо было сделать по-другому. То есть мы булавку заводим за штору с обратной стороны, нанизываем бусинки, кончик иглы заводим наизнанку ткани и там же и защелкиваем всю булавку. И вот что у нас получилось. Так, сейчас мы будем делать розочку. Потом я уже вам поясню поподробнее, что и как и для чего. Для первого варианта розочки я взяла ленточку для органзы. Как видите, ничего сложного, просто мы перегибаем постоянно на обратную сторону ленточку и делаем такие вот как бы лепесточки. Потом я с обратной стороны с помощью иголки и нитки фиксирую все вот эти вот слои. И как вы видели, я пришила бусинку посередине. И сейчас покажу, как я делаю розу точно так же из более потоньше атласной ленты. И мне для демонстрации нужно всего 4 штуки. И если до первой розочки мы просто все подшивали, все мясо, так сказать, то для второй розочки я сделаю подложку из розового фетра. То есть на донышко я приклеиваю с помощью клеевого пистолета вот этот вот кругляшочек. И нам снова понадобится булавочка. А теперь рассказываю, для чего нам все это дело было нужно. Помните, в прошлом выпуске по укорачиванию шторы я показывала, как можно укоротить с помощью узкой шторной тесьмы. То есть мы ее нашивали в 4 местах на моем образце и стягивали нити. И у нас получалось что-то типа австрийская штора. Так вот, вам не понравилась верхняя часть, где видно эту шторную тесьму до гармошки. Причем я сказала, что это место можно прикрыть цветочками, там пуговками. В общем, сегодня я решилась на демонстрацию и сейчас покажу, как это будет выглядеть. Эту штору мы тоже шили в прошлом видео, и мы укорачивали штору с помощью вот таких вот защипов. И сейчас покажу, как можно дообыграть этот элемент. И что интересно, у меня в плане это было написано, но я как-то не рискнула это делать, и эта идея явно летала где-то по воздуху, потому что человек 10 просила мне показать именно эту технологию. Так что смотрите, я все полотно разделила на четное количество секций по 10 сантиметров. Ну, так у меня получилось. И теперь я буду застрачивать все складки то вверх, то вниз. Каждый раз в начале и в конце строчки я делаю закрепку. И ткань я не кручу, не верчу. То есть я начала с правой стороны шторы и таким образом двигаюсь до конца. Если хотите, я оставлю ссылку в описании на предыдущее видео, где я делала вот эти защипы и ту штору, на которую я нашивала розочки. Удаляем нитки с лицевой стороны, с изнаночной стороны.
И вот что у нас получилось. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой вариант вам нравится больше. Или, может быть, надо было делать пошире секции, поменьше секции. Уже, ну там, скажите свое мнение. А лично мне, в принципе, нравится. Я знаю точно, что следующие методы вам точно понравятся. Потому что чаще всего вы говорили, нам нравятся такие методы, где ничего не надо шить, где не нужно ничего прокалывать, особенно ткань. И если у вас есть маленькая дочка, вам вообще повезло. Так что берите их маленькие заколочки. И сейчас покажу, что с ними можно сделать. Итак, берете жменьку одинаковых заколочек, хватаете низ, который лежит на полу, и подвешиваете с помощью вот этой заколочки на любой высоте, которая вас устраивает. И причем можете вешать с любой частотой, лишь бы это было красиво. Можно взять покрупнее заколочку, но если она не очень красивая, то можно ее украсить. Сейчас покажу как. Итак, с помощью клеевого пистолета я наклеила вот такие вот стразики. Получилось достаточно неплохо. И она может захватывать уже намного больше ткани. И помните, я как-то показывала, как с помощью магнита можно подбирать штору. То есть у нас получается тот же самый метод. Прямо снизу мы подбираем столько, сколько нам нужно. И у нас снова получается псевдоавстрийская штора. Ну а если разобрали всех девочек и у вас в семье только мальчик, возьмите канцелярский зажим, сделайте его как-то более красивее. Ну, например, тоже наклейте вот такие вот стразики, как я показываю. В принципе, получилось тоже неплохо. И сейчас покажу, как можно его пришпандорить к шторе двумя способами. Интересно, вот эти металлические держатели можно снять, а когда они нам понадобятся, мы вернем их обратно. Если у вас есть узкая штора и она тоже лежит на полу, то можно сделать вот такой вот узелок, как я сейчас покажу. И штора при этом поднимается на 20, 30, а то и 40 сантиметров. Зависит, конечно, от толщины ткани. И, в принципе, это смотрится очень красиво, элегантно, необычно. И, как видите, я легким движением руки превратила штору в достаточно красивый элемент. А сейчас покажу, куда меня завел мой бредогенератор и что можно сделать, если у вас в руках есть только нитки. Итак, допустим, вы повесили штору, увидели, что она длинная, снимаем один крючок. И через нижнюю часть протягиваем ткань, создается вот такая петелька. И вы берете нитку и обматываете вокруг, чтобы зафиксировать максимально туго вот этот язычок, который у нас получился. И теперь возвращаем крючок обратно, то есть мы пристегнули его к шторе, защелкиваем обратно в кольцо от пристенного карниза. И очень важно зафиксировать нитки, чтобы они не расплетались. И эту процедуру мы повторяем через крючок, вот как я показываю сейчас на экране. И вы видите, как это смотрится на нестянутой шторе, не заложенной ни в складку никак. А вот сейчас я вам покажу, как это смотрится с лицевой стороны. Смотрится неплохо, но я решила стянуть. И вот так смотрится с изнаночной стороны. И сейчас вы увидите, как это смотрится с лицевой стороны. И если мы до этого как бы укорачивали штору по низу, то это новая версия по верху. Я думаю, что это вполне надежный вариант. Я проверяла, в принципе, все держится хорошо и достаточно красиво получается.
кстати, если у вас дома сетчатый тюль висит, то вообще все намного проще. Берете любой крючок от карнизов и через отверстие, которое находится в самой шторе, соединяете нужные вам части, то есть захватываете низ и фиксируете на той высоте, чтобы штора поднялась. Низ вы можете загнуть на лицевую сторону или изнаночную, но вот сам крючок должен быть с изнаночной стороны. А укоротить душевую шторку можно вот таким способом, как я показываю на экране. То есть вы загибаете внутрь столько, сколько вам нужно, и с помощью обычной иглы и нитки подшиваете в нужных местах. Ну что, ребята, девчата, надеюсь, вам это видео понравилось. Не забудьте написать, какие пункты вам понравились больше всего, что вы будете использовать из того, что я вам показала. Напишите мне что-нибудь в комментариях приятно. Надеюсь, вы подписались на мой канал. Если не подписались, нажмите на кнопку, проверьте, чтобы она была серая, а не красная. Влепите мне лайк и желаю вам всего самого хорошего, счастья, любви, вам здоровья. До новых встреч и пока!